В спортивном комплексе «Виктория» состоялась тренировка молодых гандболистов. Опытные наставники, спортсмены, игроки Брестского гандбольного клуба имени Мешкова дали парочку уроков начинающим. Они ведь знают не понаслышке. Успех – результат кропотливого труда и тяжелых тренировок. Встречи с чемпионами Республики Беларусь по гандболу юные спортсмены ожидали с большим нетерпением. Ребята внимательно следят за играми мешковцев, болеют за них, следуют примеру призеров многочисленных республиканских и международных соревнований. А потому почерпнут для себя что-то новое, сыграв на одном поле вместе со спортсменами-профессионалами. Для них бесценный опыт. В этот день порядка двух десятков юношей интенсивно поработали, выполнив множество полезных упражнений, бросков и пасов. Когда я был так молодой, как они сейчас, для меня это было очень важно, что... Ну, так же тренировались с первой команды, и было очень приятно, что старшие игроки могут что-то новое показать, научить. Сначала должны хотеть работать и тренироваться. Если человек не хочет, игрок, особенно молодый, если не хочет тренироваться, ничего не получится. Сегодня сделаем мастер. Класс, чтобы еще приходили больше молодые в зал и чтобы занимались гандболом. Надо работать, и я как тренер, и сегодня попробуем сделать нечто, чтобы они завтра были лучшие игроки. Гандбол – игра активная и динамичная, требующая быстрой реакции и хорошей спортивной подготовки. Добиться какого-то результата, а тем более стать профессионалом в этом виде спорта, по силу далеко не каждому, а только целеустремленным, стойким и выносливым, таким как ведущие игроки Брестского гандбольного клуба имени Мешкова. На открытом мастер-классе они доказали, что являются асами в своем деле, и потому юные спортсмены внимали советам мешковцев, перенимали у них опыт и мастерство. По окончании тренировки игроки БГК отметили высокий потенциал подрастающего поколения гандболистов, выделили сильнейших игроков, память на сувениры собравшимся. Ходил на игры БГК, смотрел на игроков, занимаюсь 5 лет. Хочется научиться, как там Любот этот бросает, как там Рутенко. Это очень здорово, что нам позволяют заниматься бок о бок с такими высокими профессионалами. Они прославляют свою страну и клуб на международной арене. Я узнал сегодня очень много нового. Желька Антонович все прекрасно объясняет, понятно. Мы сделаем несколько упражнений. Думаю, многие извлекли урок. Плотный график соревнований и тренировок, известных своими многочисленными победами мешковцев, не позволяет им участвовать в подобных встречах регулярно. Но как только выпадает такая возможность, они с большим удовольствием делятся опытом с юными брестскими спортсменами. Те, в свою очередь, прислушиваются к своим кумирам.